Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. Я очень рад, что сегодня нас больше, чем в прошлый раз. И в прошлый раз интерес, который был, он и придал мне сил больше стараться готовиться и привозить вам новые интересные темы. А на этот раз я вот то, что вижу сегодня, да, это просто придаст силы мне провести сегодняшнюю лекцию живее, наверное, чем я даже думал. Я в начале лекции, хотя период, тот, который сегодня мы будем рассматривать, начинается с 8 века до нашей эры, хочу сделать маленький экскурс в то, что мы, кто был в мае на лекции 14 мая, которая проходила здесь же, он, возможно, сейчас повторит просто этот курс, но это мы вкратце коснемся истории, которая предшествовала заселению Черного моря греками и тому периоду, когда Причерноморье, когда Понт Эвсинский стал греческим регионом. Греки Понта, их история начинается с того периода, когда на территории Греции процветали древнейшие цивилизации человечества, а не только греческого мира. Вот одна из таких цивилизаций, которой сегодня гордится вся Европа, это Минойская цивилизация. Минойская цивилизация, центром ее был Крит, и она основывалась на предшествующей ей культуре Кикладских островов. Минойская культура стала основой для культуры, которая напрямую связана с понтийскими греками. Это культура критомикенская. Она существовала с 1600 года по 1100 год до нашей эры. В этот период складывается легендарная эпоха, в которой, которая нам известна больше по мифам. И эти мифы связаны как раз с аргонавтами, которые достигли Понта Эвксинского и его восточного побережья. Легенды того периода, они объясняют очень многое, потому что у нас мало находок с того периода. Но то, что сегодня до нас дошло, показывает нам, что понтийские греки, именно они через культуру критомикенскую и через последующую ей цивилизацию ионийскую, связаны неразрывно с наследием, которого, может быть, другие регионы Греции не настолько, другие регионы Греции не настолько сохранили. В чем богатство вот этой связи? Получился в конце критомикенской цивилизации, когда она уже пала в 1100 году под натиском греческих же племен, но стоящих на более низком уровне развития по тому времени, которые, продвигаясь на юг Греции, разрушили цветущие греческие города критомикенской цивилизации. Но часть греческого мира, вот этого богатого критомикенской цивилизации, спаслась на островах и в Малой Азии. Вот на территории Малой Азии были созданы греческие города, и в них проживали греки и ионийцы. Разделение на греков, на разные племена, происходило больше всего по различию в диалектах. Основными греческими диалектами были ахейский диалект древности, ионийский и иолийский. Так вот, ионийцы в центре побережья Эгейского, центрального побережья Малой Азии на Эгейском море создали поселение, которое в 700 году до нашей эры, в период, когда начала восстанавливаться после нашествия дарийцев Греция, создали союз Панеонион. Вот этот союз Панеонион, он был примером для всего греческого мира. Именно здесь, в этот период, чуть раньше даже 700 года, начал использоваться греческий алфавит, который мы сегодня видим и в Греции, и который мы сегодня изучаем во всем греческом мире. Вот этому алфавиту, примерно по подсчетам ученых, получается 2800-2900 лет. Период, значит, 700-й год, когда греческие города Ионии объединяются между собой, создают Панеонион, является периодом, когда зарождаются в греческом мире основные науки, то есть то, что мы знаем из классического периода. Известные ученые, Пифагор, Геродот, разных направлений,
известные писатели, поэты, они черпали свои знания из периода, когда грекам приходилось выходить из мифов своих и легенд к логосу, к знаниям и к оценке ситуации, которая происходит вокруг них. Так вот, города, которые действительно сыграли такую важную роль, и в них именно сосредоточилось греческое население, которым потом выплюснулось во многие города Средиземноморья и в Причерноморье, это были города Милет, Миунт, Приена, Эфес, Колофон, Лебедос, Теос. Все эти города, которые сейчас видите на экране. Основным городом, который стал создавать колонии на Черном море, был город Милет. По этой карте мы можем больше понять сейчас распределение греческих территорий. Вот, например, скажем, греки в основном проживали, исходя из их разделения по диалектам, в Средней Греции, вот где мы напишем, Средняя, где я пишу Средняя Греция, проживали эолийцы. Южнее, где находится остров Эвбея, Афины и северная часть Пелопоннеса, здесь были в основном ионийцы, и южную часть Пелопоннеса и многие острова заселяли ахейцы. Так вот, в тот период, когда ионийские племена выселились с территории Афин, Беотии и северного Пелопоннеса в сторону Малой Азии, и мы видим чуть правее на карте название Иония, они перевезли туда и цвет своих, все свои достижения, цвет своей культуры, которая смогла через Ионию передаться следующим поколениям. Остальная же Греция, Средняя Греция, Южная Греция, в течение 300-400 лет примерно население этой территории не писало, не читало, жили в основном на развалинах предыдущих городов. И восстановление всего этого греческого началось только к 9-8 веку до нашей эры. То есть мы не всегда можем видеть греческий мир на протяжении истории одинаковыми на одном уровне. Мы часто представляем себе, что греки — это всегда высокая культура, это всегда науки, но, к сожалению, были периоды и упадка. Но связь с греческим языком, потому что продолжали греки разговаривать на своем языке, связь с древними письменами, со знаниями, которые передавались через этот же язык, через устные сказания, было то, что наследие это перенесено следующим поколениям. Теперь я хочу показать, просто чтобы можно было понять, потому что часто мы посещаем Грецию и больше видим находок археологических на территории современной Греции. Но еще больше таких находок можно увидеть в Малой Азии. Малая Азия сегодня — территория современной Турции. И если мы пройдемся, просто так скажем, маленький экскурс на эту территорию от древней Ионии, мы можем видеть, насколько богата ее культура, насколько богаты скульптуры, архитектура. Вот, скажем, город Милет. Понятно, что постройки этого периода обновлялись, и если вы видите постройки, похожие на постройки на Акрополе, то в основном это 5 век до нашей эры. Но все эти здания, они или используют какие-то предыдущие моменты, или находятся на месте предыдущих построек. Вот это вот часть древнего театра в Милете. В Милете очень мало, кстати, сейчас раскопано древних каких-то находок, потому что Турции именно как раз город Милет не настолько выгодно показывать как центр древнегреческой культуры, потому что он таковым являлся на протяжении многих столетий. Очень характерным городом является город Приена. Это город, родина баснописца Эзопа. Теперь, почему я, скажем, стараюсь каждый раз, когда начинаю рассказывать про понтийских греков, делать экскурс в более древнюю историю и больше всего в Ионию. И на этот раз я хочу показать какие-то конкретные моменты, которые нам помогут понять, какой уровень был у греков, которые переселялись в Причерноморье. То есть на территории Ионии к тому времени, я назову только основных таких вот ученых, которые, скажем, повлияли очень сильно на последующие поколения ученых. Это тот же самый Фокилит, который был у основ греческой поэзии. Гераклит из города Эфеса, Фалес из Милета. Я расскажу подробности про некоторых из них еще чуть позже. Анаксимандр, сын Проксиада. Это все, вот, если вы посмотрите даты жизни, это 7-6 век до нашей эры. Это за 200-300 лет еще до того периода, который у нас очень сильно
вошел в нашу память? Больше всего через древние Афины. Вот Фалес, например. Фалес был, мы когда перечисляем каких-то ученых, даже, например, 200 лет назад, 300 лет назад, и говорим, что человек был разносторонним, был ученым в разных направлениях, то возникает такое уважение к таким людям, которые стали первопроходцами, основоположниками. А здесь мы говорим о периоде очень древнем. То есть здесь мы касаемся истории глубиной в 2600 лет. И здесь мы что имеем? То есть у нас Фалес, проживавший вот в Ионии, он был и политиком, инженером, и астрономом, и метеорологом, и математиком. И у него и открытия тоже очень интересные. Они дошли до сегодняшнего дня. То есть угол, вписанный в полукруг, есть угол прямой. Даже основу математики, когда мы изучаем, мы это все знаем, мы все это слышим. Но оказывается, это было изучено людьми, которые... мы, кстати, вот говорим о метрополии больше всего, а не переходим сразу к Черному морю. Почему? Потому что очень мало там еще пока находок, которые подтверждают не просто, например, описывать, скажем, регион и говорить о том, какой он, а подтверждать еще археологическими находками. У нас, к сожалению, на побережье турецком Черного моря не раскопано практически ничего. Это то, что само собой открыто природой, во время штормов, могли, например, осыпаться какая-то часть земли и открыть стены, вот как это произошло в Синопе. А раскопок таких, которые бы показали глубину культуры, показали бы именно уровень ученых, которые находились. Естественно, я назову имена некоторые, но это еще не то, что мы можем узнать после глубоких исследований. Фалес даже предсказал затмение в тот период. Это тоже получается, что он кроме тех знаний, которые имел глубокие знания в астрономии. Одним из известных тоже ученых того времени был Анаксимандр, друг и ученик Фалеса. Вот он тоже, сочинение о природе в тот период. Мы же привыкли к тому, что все начинается в основном, скажем, о природе, о географии, со Страбона, с отца географии, как мы его называем. Но отец географии Страбон проживал на стыке первого века до нашей эры и первого века нашей эры. Получается, его отделяло от Анаксимандра примерно 600 лет. Он создал солнечные часы, которые по-гречески назывались полос, карту расположения звезд. И получается, эти знания все, они помогли и в будущем. Мы когда сейчас будем продвигаться, будут истории такие, в которых грекам очень сильно помогло то, что они могли ориентироваться по звездам. Когда грек видел море, он сразу понимал, что он может сориентироваться на местности лучше, чем даже на суше. Если древний грек находился на корабле, он понимал, что он с любой точки может попасть к себе домой, в любой регион Греции. Анаксимен, последователь Анаксимандра, это тоже человек, который, благодаря знанию которого в классический период развивались науки. У него был свой такой нестандартный подход, скажем. Часто это больше было похоже на алхимию в тот период, но все равно сам подход... Он уже показывает то, что люди задумывались не о том, как происходят природные явления, да, а их, пытаются их природу понять. Вот он считал, что основой всего в мире является воздух, который, разряжаясь, становится огнем, сгущаясь ветром, затем облаком, водой, землей, камнями. И он не просто это говорил, как какой-нибудь шаман, допустим, или человек, который пытается объяснить своим соплеменникам природу вокруг них, а под каждую из этих моментов он находил какое-то свое, пускай даже не всегда правильное, но доказательство. Теперь в астрономии. Больших успехов добились греки в астрономии. Они смогли с огромной точностью определить, значит, вычислить период обращения Земли вокруг Солнца. Они еще в то время не понимали до конца устройства, да, мира, но они уже понимали, что есть вот этот вот цикл. И этот цикл, он помог более правильно. Греки, скажем, они сначала считали, что в году 355 дней. Позже было выяснено, что их 364, в конце 365. И в римский период, при Гае Юлии Цезаре, был выведен тот календарь, по которому сегодня, примерно по которому живет Русская Православная Церковь. Это юлианский календарь. Медицина. Что зародилось именно как раз рядом с Ионией, на островах, вот, конкретно на острове Кос в Греции. Мы знаем про Гиппократа, к
клятву которому дают сегодня, заканчивая институт, медики. И понятно, что сам Гиппократ, его результаты, его изысканий вообще и знаний были следствием знаний предыдущих поколений. То есть вот смотрите, что, скажем, делают греки в тот период. Они уже пытаются лечить организм в связи его с природой и следят за клиническим состоянием больного. И опять же, если взять, скажем, период, то Гиппократ, он уже в более уже живет в классической Греции. И, скажем, он, так как он является авторитетом и в науке, да, послужил авторитетом и в патриотизме греков. Если проследить маленький момент такой по людям, которые действительно чего-то добились и в древнем мире, и осознавали, к какому обществу они принадлежат, то можно вот коснуться ответа Гиппократа персидскому царю, когда предложили Гиппократу, зная его знаниях вообще, переехать в Персию. Но что он ответил? Пищей, одеждой, жилищем и всем необходимым для жизни, имуществом мы пользуемся. Богатством же персов мне не приличествует наслаждаться, так как прекращать болезни, так и как прекращать болезни варваров, врагов эллинов. Теперь коснемся еще, чтобы понять древний мир опять и уже перейти к конкретной такой истории с датами, событиями, понять, чем жили греки. Греки Черного моря, переселяясь в Черноморский регион, они собой несли религию 12 Божия, которая царила на территории центра греческого мира. Это на Балканах и на западном побережье Малой Азии. Основным богом был Зевс, но в греческом мире больше всего внимания уделяли еще и строились храмы Посейдону, потому что греки были постоянными мореходами. И, скажем, если взять так, провести параллель того, что делали люди, кроме жертвоприношений, стараясь привлечь внимание богов. Древние греки проводили состязания. Одними из основных состязаний были Олимпийские игры. Истмийские, Немейские, по всей Древней Греции проходили различные состязания и игры, подобные Олимпийским. Если взять вот эту вот фотография более современная, и сделанная, кстати, Никосом Сидеропулосом, фестиваль Гермейские игры в Анапе, это буквально пару лет назад, восстановили сам принцип, скажем, отношения просто к этому всему. Проводится фестиваль. Понятно, что не проводится точно так, как проводилось в древности. Это были в основном состязания спортивные в то время. Но они проводились в честь Гермеса. То есть на территории Черного моря, на побережье Черного моря, особый культ был у Гермеса. Теперь самих греков с Кавказом. Кстати, Кавказ – это тоже греческое слово. Точно перевод его так вот сейчас уже по прошествии стольких лет и невозможно, скажем, перевести его. Есть догадки, но точного перевода нет. Так вот, например, скажем, есть ученые. Ну, я лично… Нет столько у меня изысканий, например, в истории, чтобы высказать свое мнение, но больше придерживаюсь традиционной версии заселения греками территорий Кавказа, Малой Азии, Балканского полуострова. Но вот есть ученый, был, вернее, Фальмирайер, немецкий ученый, который вообще говорит, что если вы ищете древние города, то их надо искать не на Балканах, а на Кавказе и в Малой Азии. И историография, например, скажем, и греческая, и мировая, она действительно доказывает то, что греки, двигаясь где-то примерно с территории современного Урала на территорию Балкан и Малой Азии, прошли по Северному Причерноморью, Балканам с одной стороны, и по Малой Азии, Кавказу и Малой Азии с другой. Произошел момент, когда они основали государство в Малой Азии, но это еще задолго до того, как появились там ионийцы. То есть мы каждый раз говорим о заселении региона, и получается, что греки возвращаются в регион, в котором жили. То есть это сегодняшнее наше переселение, наверное, это получается не новость, когда мы появляемся то в одном, то в другом регионе, родном для нас. То в Северном Причерноморье, то в Южном, то мы на Балканах, то опять на Балканах. И в древности получалось то же самое, только, естественно, промежутки времени очень были большие между этим. Так вот,
Есть даже ученые в Кембридже, которые и позже, после Фармирайера, поддерживают эту версию, что именно там центры. Хотя, в принципе, и так ученые всего мира это понимают. А перенести центр полностью там и сказать, что центр греческого мира находится ближе к Кавказу, значит, а Балканы — это его часть, ну, современные ученые все равно видят, что как бы ни двигались греческие племена, их центром и их основной базой все равно оставался Пелопоннес, Южная Греция вся и западное побережье Малой Азии. Так вот, ионийцы, вот эти вечные мореходы, они и так бороздили моря и до этого. Просто был тоже упадок общегреческий, в котором трудно было самим ионийцам тоже проводить политику, которую проводили до этого, когда весь греческий мир оказался 300-400 лет примерно в полном запустении. Но приходит 8 век до нашей эры, где в 8, 7 веке в основном, в 6, вот 200 лет, вот эти даже 300, может, кстати, до 5 века до нашей эры, они сыграли очень большую роль. И здесь получается, что, опять же, основным греческим городом, как мы говорили, который заселял и регионы Средиземноморья, и в основном Причерноморье, это был Милет. Так вот, жители Милета и соседних городов, и соседних островов, они в какой-то момент почувствовали очень большую угрозу сначала Лидии, соседнего государства, которая находилась, вот если мы посмотрим на карту, на города вот Смирна, Милет, находился восточнее немного находилось это государство. И позже, когда Лидия сама захвачена была персами, получается, что давление было с персидской стороны. Подконтрольные были территории экономически, жизнь становилась труднее, и греки выплескивались в другие регионы, кроме тех причин, что действительно нужно было находить новые рынки сбыта для себя, находить новые рынки сырья, потому что греческая экономика практически всех регионов она строилась на торговле и на производстве материальных благ. Вот все, что мы видим здесь, я, скажем, не стал ставить карту, которая показывала только Причерноморье, она бы не показала весь греческий мир. То есть здесь мы видим, что колонии вплоть до, вот скажем, территории с центром Марселя. Это сегодняшняя Южная Франция. Это древнегреческий город Массалия. Эти люди, которые там проживают сегодня, в большей части их течет тоже греческая кровь. Потом, если мы возьмем, скажем, побережье Испании, да, в основном Каталония, тоже видим, что там греческие города. Сицилия очень сильно заселена. Южная Италия, то есть Сицилия и Южная Италия вообще в древности назывались Магна Греция, Великая Греция. И на пути в Черное море, естественно, что нужно было грекам? Очень сильная база. Так вот, базой основной для расселения по Причерноморью послужил город Синоп. Даже было такое выражение, что у города Синопа две гавани. Одна — это сам Синоп, и другая — это погода, которая позволяла в то время причалить к берегу. Но сам Синоп, он настолько был удобно расположен с моря, что в него можно, в гавань его было зайти в любую погоду практически. Что еще? Я почему привел в пример, скажем, понятно, что по греческому миру, потому что была уже, скажем, изобретена денежная система, кроме денег, которые в том или ином виде использовались греками. Ионийцы сумели выработать денежную систему. Они, в принципе, разработали первую банковскую систему. Они уже могли производить оборот денег и товара так, что по этим принципам сегодня действует экономика в современных государствах. И если вот опять же здесь момент, почему именно эта монета. Здесь получается орел держит в руках дельфина, то есть власть греков над морем показывает. Это вот, чтобы объяснить, лучше фотография показывает, например, как греки находили естественную защиту для себя. Вот, например, город Синоп, он со всех сторон был так защищен, что не нужны были во многих местах городские стены. Очень были такие пологие какие-то берега, но именно там, где как раз мог прорваться враг. А со стороны моря можно было свободно зайти, то есть нужно было защищать вход в гавань, и со стороны основных ворот. Остальная часть в Синопе была практически защищена просто от природы. Трапезунд. Немножко восточнее от него, прямо вот самое выпуклое место. Здесь просто на карте, скажем, вот Синоп, как раз забыли указать. Если бы возьмем Черноморье, и южная часть, и самый такой большой выступ снизу, вот там находился Синоп. С него ближе всего можно было достичь Тавриды, ближе всего достичь Тамань. И город Синоп как раз стал городом, который стал основывать и другие города.
на Черноморье. Например, синопцы основали город Трапезунд. Теперь, перед тем, как объяснить уже, что они, какие города основывали и кто основывал, я хотел бы объяснить именно, как вот многие задают вопрос часто, а какими были поселения, как жили греки. Так вот, поселения в основном, особенно на Черном море, они были вот такого, так как регионы были в основном в Северном Причерноморье открыты для нападения варваров в основном, поэтому они вот, делились поселения на такие типы. Были неукрепленные деревни, группа домов, но это, в этом случае эти деревни находились где-то рядом с городом, в котором можно было укрыться. Теперь были укрепленные поселки. Были такие, например, скажем, где была усадьба одна укрепленная, и в ней могли все собираться. Были и отдельные усадьбы, виллы. И в северо-западном Крыму неукрепленное поселение рядом с укрепленной усадьбой. Ну, вот этот, скажем, тип дома, это понятно, что это дом богатых людей того времени. И греческое общество было классовым, разделенным с самого древнего периода еще. Такие дома вот такого типа строились на Черном море. Но если мы представим этот дом так, как он есть, и просто, скажем, представим себе его часть, первый этаж, может быть, да, то в таком же стиле примерно были выстроены дома и бедного населения. Только они были меньше размерами. То есть мы представляем сегодня, как вот греки жили. Пожалуйста, да, черепицей покрытые дома в тот период. В более поздний период, ближе уже к нашей эре, стали стеклить дома. То есть мы уже видим окна прямо такие, которые бы можно было представить сегодня в доме. Теперь получается основание Трапезунда. Здесь я, правда, некоторые версии еще, так как мы говорим только о древности, привожу, какие еще есть об основании Трапезунда. Но основная версия — это в 756 году до нашей эры, согласно письменным источникам, потому что находок каких-то, которые это подтверждают, пока у нас нет. Ну и раскопки не проводятся, к сожалению. А согласно письменным источникам, это именно этот год, то есть получается Трапезунд, он древнее Рима, ну и древнегреческий мир, он сам по себе древнее римского мира. А тут получается и конкретный город, который находится на Черном море, и который очень сильно связан с нашей понтийской греческой историей. Потому что большинство греков, скажем, и России, и стран бывшего СССР, основное греческое население, оно имеет понтийские корни. Так вот, основателем этого города был Аскрис, человек, которого, скорее всего, пригласили из Милета. Основывал город Синоп, но были правила основания города. То есть приглашался ойкист, икистис по-гречески, из метрополии, и он должен был и сам по себе быть, занимать высокое положение в обществе, быть политиком, должен был быть военным. Он должен был руководить группой людей, состоящей из географов, врачей, людей разных специальностей, которые бы действительно подтвердили, что на этом месте должен быть основан город. То есть греки не основывали города случайно. Так вот, и Трапезунд был основан так, что он существует и сегодня, пускай под немножко измененным названием Трабзон, но получается, это один из тех городов на побережье Черного моря, который существует и сейчас. Теперь это мои вот личные фотографии тоже, но не так легко найти сегодня в Трапезунде находки и музеи, вернее, с находками, которые бы показывали присутствие греческое в регионе. То есть сначала ты попадаешь, немножко такая странная ситуация, в дом банкира Фастеропулоса, который находится на центральной площади Трабзона, который сегодня является музеем Ататюрка. И когда ты проходишь весь музей, связанный с этим политиком, спускаешься в подвальное помещение, в котором есть древнегреческие находки. Вот я вам показываю одну из них. Теперь вот, пожалуйста, тоже это, тоже из этого же музея. Колонна, часть тоже мраморных каких-то плит. То есть получается, если проводили бы систематические вот эти вот раскопки, то нашлось бы очень много вещей, которые подтвердили бы, возможно, и более даже древние основания, может быть, многих поселений в этом регионе. Есть еще одно мнение. Вот по мнению древнего автора Павсания, Трапезунд был основан выходцами из Трапезунда, находящегося в регионе Аркадии на Пелопоннесе. Там действительно был город Трапезунд, но связь этого города с Трапезундом, который находится
на Черном море, она не доказана. То есть большинство данных, приводимых древними авторами, нас приводит к тому, что это был все-таки основатель Аскрис, приехавший из Синопа, но вызванный из метрополии, из Милет. Теперь один момент тоже. Постоянно спрашивают, тоже у меня задают такие вопросы, от Понт, что это такое? Это часть суши на юге Черного моря или это все-таки весь регион, регион Понта Эвксинского? Вот я хочу именно сейчас уделить внимание региону как части суши, как части Малой Азии. Получилось что? Что греки, когда попали в Понт Эвксинский, они, например, Кавказ назвали Кавказом, но, скорее всего, они уже знали его как Кавказ и до этого. В более, мы тут говорили об ахейцах, которые ионийцы, которые пересекали Кавказ и до этого. Тавриду назвали, как объясняется сегодня, скорее всего, по племенам Тавром. Но, опять же, Тавры — это греческое название того племени, которое там проживало. А вот что произошло с южным побережьем Черного моря? Там были регионы, в основном те, которые сегодня мы называем Понтом, Пафлагония и Каппадокия. Так вот, часть Каппадокии, которая была Проспондо, к Черному морю, назвали Понт. И получается, что мы, говоря о понтийских греков, имеем в виду и всех греков Понта Эвксинского, и метрополия — это южное побережье Черного моря, это конкретно и часть суши, которая называется Понт. Он находится в северо-восточной части полуострова Малая Азия. Север омывается вот водами Черного моря и граничит, значит, на востоке с Колхидой, современная Грузия, на западе с Пафлагонией, хотя мы сегодня Пафлагонию, потому что часть ее и город Синоп, мы уже относим ее к Понту, потому что культурно это одна часть Малой Азии, даже сегодня, по сегодняшнему состоянию консистенции населения вообще там, в этом регионе. И здесь же опять, почему мы постоянно видим какие-то границы? Получилось, что в 1918 году был проведен съезд, которым руководил Константинус Константинидис. Съезд был проведен в Марселе. И были утверждены границы, которые бы греки-понтийцы хотели под свое государство. Так вот, мы когда видим, я тут не показываю специально, скажем, в данный момент, чтобы не казалось, что они сужены. Это мы надеялись, как понтийцы в свое время, что появится государство с такими границами. А на самом деле, естественно, границы Понта, они шире. Если взять вот территорию, скажем, Черного моря и посмотреть на его южную часть, и в данном случае это получается нижняя правая часть карты, мы видим, что сразу за сушей, которая находится ближе к морю, и где такие немногочисленные долины вот зеленого цвета, начинаются горы. Горы, которые начинаются там, и по сей день называются Понтийскими горами. Вот эти Понтийские горы, они разделяют Понт на две части. Одна часть – это Приморский Понт, а другая часть – континентальный Понт. Так вот, часто мы имеем дело, и сегодня с переселенцами, например, на территорию России, как из городов Трапезунд, Кирасунд, Синоп, которые находились по побережью, так и из городов и селений, которые находились и в горах, и за горами, в более глубинных районах Малой Азии. Вот условная граница получается между Приморским и континентальным Понтом – это Понтийские горы. Теперь получается, что этот регион, как он нам стал очень, так скажем, сильно известен, кроме того, что мы его географически себе представляем, для того, чтобы обратиться к древним источникам, нужно иметь авторитетные именно древние источники. И уж самым таким авторитетным для понтийцев служит труд Ксенофонта. Это историк, это политик, это военный человек, с юных лет занимающийся военным делом. Он родился в Афинах примерно в 430-425 году до нашей эры и умер в 355 году в Коринфе. Но что произошло? Он был из семьи, которая в Афинах не была довольна вот этим демократическим строем. Он был за олигархический, за аристократический строй, такой, как преобладал в Спарте. И был дружественен спартанцам, вся его семья. И получается, в какой-то момент вместе с наемниками из разных регионов греческого мира, и в основном из Афины и Спарты, он оказывается в Персии. И участвует в столкновении двух царевичей персидских, Кира-младшего против Артаксеркса. Так вот, после поражения при
битве при Кунаксе, греческому войску нужно вернуться обратно. Но здесь тоже мы, скажем, опять же, этот момент не просто прослеживаем как поход военных этих вот людей, наемников, в сторону Понта, потому что все-таки им разрешили персы уйти именно в сторону Понта. А рассматриваем еще потому, что почему не разрешили идти в сторону Средиземного моря, которое было рядом. Ближний Восток в то время очень сильно был заселен греками. И то, что мы сегодня видим на карте, Ливан, Сирия, все эти государства, Палестина, там греческого населения было, возможно, больше, чем других каких-то народов. Сейчас точные цифры привести можно, но это был действительно греческий мир. И могло подняться восстание против персов. Вот персидская держава. Она была громадной. Понятно, что могли, например, скажем, вот в сторону города Тира уйти греки. Но они ушли на север к Черному морю и прошли через, если так взять современные территории, через Курдистан и через Армению. То есть получается, древнегреческий историк, кроме того, что он описал потом и греческие города дальше, и то, что он видел, он описал еще и пользу принес мировой истории и истории конкретно этих народов. То есть он описал курдские племена, получается, в 400 году до нашей эры. И описал переход через Армению. В тот момент, когда 12 тысяч человек, которые вышли, наемников из Персии и должны были достичь Греции, приблизились самого Понта Эвксинского. До сих пор эта фраза на слуху историков и вообще тех, кто интересуется древнегреческой историей. «Салата, салата!» — закричали воины древнегреческие. Это на диалектах многих регионов Балканской Греции означало «саласа» — «море». То есть, например, вариант ионийский «саласа» он укрепился и в современном греческом языке. И, кстати, во многих словах, вот так скажем, в ионическом варианте, например, скажем, понтийцы сегодня, которые потомки ионийцев, говорят «косара» — «коса», а другие, в других регионах говорят «кота» — «котара», если бы полностью слово сказали, просто оно более сокращенное. Получается, во многих словах «с» переходит в «т» или обратно. Так вот, пришли они в этот регион, пересекли множество рек. Регион, получается, Южного Причерноморья, он очень богат реками. В Черное море впадает река Алис или Галис, как называли ее греки. Сейчас она называется Кызылырмак по-турецки. Чтобы кто, если попадет в этот регион, мог понять, какая из рек называлась в древности как. Река Ирис, Гешилырмак. Она, кстати, очень красивая река и действительно создает впечатление зеленой реки. Так переводится она. Ликос, Термодон. И таких рек еще можно перечислять где-то примерно около 12 в этом регионе. И, кстати, почему я вот указал именно Термодон? Потому что мы часто говорим, еще у нас на слуху, что с древности. Получается, многое, что мы знаем из легенд, из мифов, связано именно с греческим миром. И вот частью этого греческого мира, сейчас не будем доказывать, например, были гречанками, не были гречанками, да, но одно из, скажем, очагов амазонского вот этого племени считают именно город Фемискира, который находится в Понте. И современные турки, кстати, установили там памятник амазонкам. Вот город Амасия. Я не случайно по многим причинам поставил именно вот эту фотографию, показать, что это очень такой современный город, и в то же время здания, которые находятся вдоль реки, вот этой вот Гешилырмак, Ирис, которая именно вот зеленой рекой называлась, называется сейчас турками. Здания в основном греческие и, кстати, в основном не заселены. А вокруг в городе есть здания уже современные, в которых проживает современное турецкое население и, скорее всего, перевезенное из глубины Малой Азии. Потому что если ты, скажем, находишься в Трапезунде, в Кирасунде, ты можешь сразу видеть конкретные местные лица понтийские, несмотря на то, что это в основном считается турецкое, что это турецкое население и это население этой страны. Но в самой Амасии типаж людей, он более восточный. То есть видно, что местное население ушло и пришли другие люди. Но город остается красивым. Это город, кстати, и родина, получается, Страбона, отца географии. И этот город был первой столицей, одной из первых столиц Понтийского царства. И если посмотреть на горы, там есть вот входы в захоронения династии Митридатов. То есть здесь колорит полный для Понта.
И сама река, то есть рек в Пондусе очень много. И архитектура, которая осталась, получается, где-то примерно с давностью такой 150 лет, может быть, 200 некоторые дома. И в то же время нам видно захоронение известнейшей греческой династии Митридатов. Здесь получается, чтобы понять колорит Понта, тоже куда попали греки, мы видим горные реки по всему региону. То есть очень богатая природа, богатая лесами, богатая водой, богатая землями плодородными. Этот регион очень сильно стал развиваться с древности. И очень большое население собрал еще в самом начале своего развития, именно греческое. Потому что сюда устремились и земледельцы, устремились те, которым нужна была древесина, нужны были различные природные богатства. Теперь коснемся немножко другого региона уже. Сейчас мы говорили о южном побережье. Коснемся побережья северного и восточного. То есть в основном основные реки, которые нам сегодня известны, были известны и грекам, они проживали рядом, строили свои города и называли их по-своему. Например, скажем, Истер – это Дунай сегодняшний, Борисфен – Днепр, Гипанис – Южный Буг, Тирас – Днестр. И опять же Гипанис – Кубань, то есть здесь Кубань унаследовала название от этого слова «гипанис». Греки в древности, так считается, считают историки, что говорили с придыханием в начале. Вообще само слово, оно звучит по-гречески «ипанис». А так как считается, что было придыхание в словах, поэтому ставится буква «г», как в слове «Геракл», допустим. И плюс река Фасис, которая сегодня Рионе. Теперь получается Северное Причерноморье. Мы уходим с юга и видим, что у нас происходит в Северном Причерноморье. Здесь три региона развились. Один регион, это мы видим города Тира, Никони, Ольвия. Это сегодняшняя территория, близкая к Одессе современной. Потом второй регион Таврический. В нем очень много городов и поселений, так как Крым был более всего, Таврида, Крым был более всего похож на Балканскую Грецию. И получается, здесь многие города, вот, например, как Феодосия, сохранил название до сих пор. Если мы возьмем, например, Херсонес, сейчас рядом находится город Севастополь, но все равно та часть древнего города, она сохраняется и является заповедником рядом с этим современным городом. То есть новый город, он назван, получается, также, хотя и уже в современный практически период, но назван по-гречески. И тут же у нас получается древний город, который передает как бы эстафету. Потому что Херсонес, он для греков и для самих тех, которые основывали этот город, и позже, и во время Понтийского царства, и во время Римской империи, он был основной гаванью Крыма. И вот сегодня, получается, Россия использует Севастополь как тоже основной порт, и военный тем более. Если посмотреть на другой берег Керченского пролива, то мы видим тоже массу городов. Кстати, сейчас проходят раскопки, которые показывают нам, что города греческие не были только на побережье, они были вплоть до Краснодара. Просто многие из городов еще не установлено, как названы были в древности. И их называют такими условными названиями для того, чтобы было удобно их различать археологам. А когда уже будет исследована полностью эта местность, тогда уже будет понятно, насколько более широким был греческий мир в древности. Вот Северное Причерноморье получается. Он, если взять город Пантикопей, который находился в самом, может быть, удобном месте этого региона, кроме Херсонеса. И здесь, кстати, вот прослеживается, ну, пускай не контра в самом начале, а позже это и контра была, между двумя греческими племенными союзами. Например, скажем, Херсонес, он был основан дарийцами, греками-дарийцами, а все остальные города в основном были основаны ионийцами. И получается, что вот это вот контра между дарийцами и ионийцами, она сохранялась в Крыму очень долго. Но преобладали все равно в Крыму всегда ионийцы. И центр больше всего всегда был в Пантикопее. Если посмотреть, например, другие города, чтобы территориально было видно, здесь я именно специально показываю, где они территориально находятся сегодня. Вот, например, скажем, очень известный город, который сыграл вообще большую роль и в средневековой истории византийской, Фанагория. Это Таманский полуостров. Германас, опять же, Таманский полуостров. То есть, получается, Крым и
Таманский полуостров, это были, опять же, это был очень такой вот развитый очаг греческой жизни. Это та часть раскопок и вообще археологического заповедника, которая находится на территории древнего Пантикопея в современной Керчи. Это одна из находок, которая найдена сейчас именно при строительстве Крымского моста. Это раскопки города Горгипия. Современная Анапа находится прямо кругом этого вот археологического комплекса. А внутри очень хороший музей с такими находками, которые показывают именно жизнь греков на Черном море в древности и показывают то, что она действительно является частью общего греческого мира. Моменты, как раз карта это больше позволяет понять, в чем же различие позднее греков Черноморского региона? Вот когда корабли проходили проливы Дарданеллы и Босфор и входили в Черное море, часть путников этих или там колонистов направлялась налево и двигалась в сторону современной, сегодня если взять вот Болгарии, Румынии и вплоть до Одессы современной, чтобы было понятно по территории, которую вот мы показываем. Это была левая сторона понта Евсинского. Вот эта часть, она, получается, как бы для остального понтийского мира осталась в стороне от этого понтийского мира. Почему? Потому что имелось сообщение очень близкое с Балканской Грецией и с Фракией. И получается, греки этого региона, они были частью фракийского мира. Там не сформировалась такая связь прочная с основными понтийскими регионами, такими как Трапезунд. Получается, что те, например, колонисты, которые двигались направо и вот селились по Флагонии, в Понте. Сегодня это получается понтийцы. Те, кто селились в предыдущем регионе, который мы сейчас показывали, показывал я Крым и Тамань, это тоже часть этого понтийского мира. И часть, вот, скажем, та, которая сегодня вот на Кубани, она была заселена вплоть, ну, пускай, скажем, наполовину того, вот, скажем, той части берега, которую вы сейчас видите, пустой, без вот этого вот красного, розового цвета. А если, то есть получается, центры вот этой культуры, которую мы на сегодняшний день говорим, что она в понтийском мире, это вот начинаем от Пафлагонии, если взять снизу, потому что это очаг понтийского мира, Понт. Потом дальше часть срезана немножко, но видно все равно цветом, Закавказье, то есть древняя Колхида, и сегодня это территория современной Грузии. И плюс на севере у нас Тамань и Крым. Частью этого мира, частично в какие-то периоды, были Ольвия, Никония и Тира. Но с Ольвии, например, люди в какой-то момент просто сами ушли. По исследованиям ученых видно, что, скорее всего, они просто, несмотря на то, что они долго жили в этом регионе, они там не ужились, и стремились вернуться обратно на свою предыдущую родину, откуда они выдвинулись. То есть вернулись в основном все массово обратно в свою метрополию. Вот то, что я сейчас объяснял, на какие регионы делится, значит, именно вот Северное Причерноморье. Вот это у нас, так что было опять понятно, древнегреческий, один из типов древнегреческого торгового корабля. Вот на таких кораблях они бороздили море в то время и торговали. Это известная из древнего мира триера. Триера — это потому, что три ряда весел. То есть греки сначала изобрели корабли, которые были с одним рядом весел, потом с двумя, потом с тремя. И одновременно могли гребцы грести этими веслами, не касаясь друг друга. И получалась скорость корабля более быстрой. Это уже военный корабль. Теперь то, обычно интересуясь древним миром, мы хотим коснуться тех регионов, с которыми мы лично связаны. Вот, например, скажем, те, кто проживали в Сухуми, в Абхазии, они сегодня могут больше понять, может быть, вот про свой город, который назывался когда-то в древности Диаскуриада. Даже в VI веке вокруг этого города уже было 20 греческих поселений. И вот уже в более поздний период одним из лучших трудов, который описывает в древности Черное море, это был труд Флавия Ариана «Перипл Понта Евсинского». Перипл — это в Греции есть слово «периполико», которое двигается, значит, вокруг, по городу, машина, допустим. А получается, что перипл — это движение вокруг по Черному морю в данном случае. И вот он двинулся из Трапезунда вначале в Диаскуриаду и описал этот путь.
Основали город этот выходцы из Милета, опять же, в 550-530 примерно году до нашей эры. И, кстати, Диоскуры, в честь которых город назван Диоскуриада, это братья Кастор и Полидевк. И здесь один момент, который надо вот тоже понимать. Уже греки, то, что мы позже видим в христианстве даже, да, олицетворяли собой что? Смену света и тьмы, дня и ночи, рождения и смерти, мира и войны, добра и зла. То есть они уже в этот период очень большое внимание уделяли вот этому вот противостоянию и победе добра над злом. Северное Причерноморье, оно было для нападения варварских племен самым вот удобным, потому что степь, которая была вот в северной части, мы видим, написано «скифы», она в те или иные периоды, получается, была населена кочевниками, которые зачастую менялись, но опасность для Крыма была практически всегда одной. Вот на первом этапе греки столкнулись со скифами. И положился такой момент, что когда они начали усиляться, греки уже, и действительно города стали более богатыми, развилась торговля, нападения соседних племен стали более частыми. И что делают греки? Естественно, они стараются в этой ситуации, потому что в первой своей такой стадии они всегда разобщены, отдельные города. А здесь, получается, они пытаются объединиться уже в одно государство, чтобы защищаться от внешнего врага. И вот образуется государство Боспорское царство. Оно просуществовало очень долго и подчинилось позже Понтийскому царству. Вот с 480 года мы уже имеем довольно сильное государственное образование, которое борется с внешним врагом в основном. Основная цель. И если взять Херсонес, который находится, скажем, в юго-западной части Крыма, он долгое время не подчинялся Босфору, но позже все равно стал его частью. В некоторые моменты он выходил, потому что постоянно стремились греки к самостоятельности, хотя Херсонес всегда был тоже в опасной ситуации. Теперь немножко отвлекаюсь, чтобы не всегда у нас были цифры, это история такая, именно историография. Хочу объяснить, на каком языке разговаривали греки в тот период. Так вот, греческий язык того времени. Понятно, что это древнегреческий период, но для того, чтобы понять, когда он существовал, нужно проследить его развитие в общем. То есть древнегреческий период у греческого языка длился, тот, который мы знаем сегодня, который мы читаем, понимаем, историки могут прочесть письмена. Не говорим, что греки до этого не разговаривали по-гречески. Просто то, что изучено. С 14 века до нашей эры по 4 век до нашей эры. В 5 веке, получается, по 4 век нашей эры. В 5 веке по 15 век это уже средневековый греческий язык, на котором разговаривали в Византии. А с 15 века, ну, можно сказать, и с 13, в принципе, но с 15 уже точно. Греки разговаривают на языке, который сегодня вот в Греции есть. Пускай он более очищенный сегодня, после долгого периода и османского владычества, но он грек, скажем, в 15 веке, грек сегодня разговаривали между собой свободно. А, например, с греком среднегреческого периода нужно было немножко задумываться, понимать некоторые слова. А с греком древнегреческого уже этого периода тут нужно было бы понимать еще и смысловые нагрузки в словах, то есть, получается, в предложениях. Греки разговаривали немножко по-другому, они вкладывали другой смысл в слова. Например, есть такая, как пример я его привожу, греки могли написать даже в официальном документе «эзоком эту дексин». Это значит «дали правую», то есть подписали мирный договор. И если человек, например, не понимает, или он иностранец, он может даже и не поймет сразу. Ну, понтийцы поймут сразу, что это такое. Теперь получается древнегреческий период греческого языка. Это 14-8 век, я здесь уже цифры поставил арабские, чтобы немножко понятнее было, а то все время палочки латинские. Архаический период с 14 по 8, классический период с 8-7 века по 4. Это вот период, когда мы представляем себе, например, Перикла, Афины, на каком в основном языке говорили по Греции, хотя диалектов было много. И эллинистический период, в котором формируется общий греческий язык. То есть греки разговаривают со своими особенностями, но у них уже есть общий язык, который преподается по всему греческому миру. То есть здесь уже не нужно напрягаться. Любой грек, если он учился в древнегреческой школе, мог встретиться с греком, например, кто-то, пускай ионийский диалект знал больше в его развитии уже будущем, да,
которое было в этот период, встречался с тем, кто знал дорический. Но они уже, два эти грека, понимали друг друга, потому что они обучались общему еще языку, в котором были разные черты из разных диалектов. И позднегреческий, это я пропустил, но это уже самый последний период древнегреческого мира. И здесь уже получается, на что делились, на какие подгруппы древнегреческий язык. Ионийско-аттическое. Вот ионийско-аттическое — это как раз основа для чистого языка Катаревуса, который сегодня в Греции практически не используется, но он есть. Он вплоть до 80-х годов использовался в официальных структурах Греции. Вот этот язык, он основа и для понтийского диалекта как раз. Этот диалект, вернее, для современного понтийского диалекта. Понтийский диалект сегодня — это диалект новогреческого языка, не древнегреческого. Просто в нем много очень древнегреческих слов, образований разных лексических. И получается другой момент здесь — это аркадо-кипрская группа. То есть мы вот видим, что киприоты, может быть, говорят похоже сегодня как-то, потому что у них есть че, ше в языке. А на самом деле это другая совершенно ветвь. Совершенно, когда говорим, в рамках греческого мира, естественно. То есть греки друг друга понимали. Эолийская. Вот эолийская, кстати, это в основном территория, скажем, кто эолийцы, если из таких героев взять. Это Ахиллес, допустим. Но это тоже часть Ахейского мира. В принципе, все греки, можно было бы их назвать одним каким-то названием. Или ахейцы, или ионийцы, или эолийцы. Все вместе. Это уже просто греческое вот это вот стремление к тому, чтобы выделиться. И, кстати, ионийские греки выделялись больше всего. Они себя считали благороднее всего, развитее всего. Ну, может быть, это помогало как раз наоборот вот двигаться вперед, и они сохранили очень многое из культуры более древней. Возможно, вот это вот стремление к тому, что мы лучше, как раз было основой для того, что они больше и делали. Вот ионийский на диалект, значит. Здесь понять просто, кто из древних авторов писал на вот этом вот или ионическом, или аттическом. Это, в принципе, практически было одно и то же. Эсхил, Софокл, Эврипид, то есть все мы знаем эти имена. Аристофан, Платон, Аристотель, Ксенофон, Демосфен. То есть практически весь греческий мир писал вот как раз или говорил на этом ионическом диалекте. Он преобладал. И, скажем, у самого Гомера тоже. У него, правда, видно из-за того, что греки в разных регионах описывали Илиаду и Одиссею по-своему, он собирал эти все данные из разных регионов и выстраивал свою песнь, да, получается, подвига героев древних. И, получается, у него прослеживаются разные ионийские, собственно, потому что он был центральным, и южноахейский, и эолийский. Здесь эта карта показывает, где в основном, ну, это более поздняя карта, получается, когда уже разделились еще больше на диалекты, разделился греческий язык. Но здесь хотя бы мы видим, вот где разговаривали, вот фиолетовый цвет, это, получается, ионийские греки. А вот значит, в середине, где Аттика розовый, это аттический диалект. И аттический, и ионический — это практически центр вот Эгейского моря, побережье Эгейского моря с двух сторон, и плюс Халкидики на севере, часть Фракии. То есть для греческого мира такая вот основа, где проходили весь как раз торговля вся шла, все движение шло через этот регион, и он разговаривал на ионическом диалекте. Теперь о понтийском. Раз мы уже говорим, немножко перескачем вперед, прямо из древности в сегодняшний день, но со словами древними. То есть получается, понтийский, он диалект, он с древнеионийскими чертами и среднегреческой морфологией. То есть сегодня, если грек говорит на понтийском диалекте, он разговаривает так, формами такими, как разговаривали в Византии, но использует очень много древнеионийских слов. И вот одни из них, которые пришли с древности в сегодняшний день, это «студин», «коколу». «Коколу» говорят сейчас, в древности это было слово «студин», именно так и есть «студия» по-понтийски сегодня. «Темон», то есть «тоэмон», «мой», это говорят тоже, это пришло к нам из ионийского диалекта, и получается это в понтийском диалекте сегодня. «Темон», «тесон», «теметерон». Теперь здесь маленькое отступление, чтобы перейти уже к таким действиям очень активным на территории Понта всего историческим. К счастью, у нас в Греции есть тоже памятники, которые посвящены, потому что очень много их появляется в Турции. Это как наследие общее, тоже мировое считается ими тоже. И есть памятники, посвященные
тем героям, которые жили там. А там греческий мир как раз. Там ученые, там поэты. И понятно, что потихоньку, получается, выстраиваются эти памятники и показывают культуру вроде бы греческую, но в то же время и сегодняшнюю, современную, как они говорят, турецкую, ее наследие. Так вот, в Греции есть селе Каламия, Коринф, Греция. Памятник нашему земляку, древнему понтийскому греку Диогену, который жил, ну, это сейчас так изображается, как бы часто и говорится, что в бочке. На самом деле он жил в большом кувшине, и он был проповедником теории философской циников. Он относился ко всему с пренебрежением, что могло бы вызывать потребность в накоплении каком-то, в покупках. То есть жить минимумом в жизни. И жить просто только тем, что вот ты усовершенствуешься духовно. И мы знаем эту историю, когда посетил Диогена Александр Македонский в Коринфе, потому что он путешествовал по греческому миру, и на тот момент он оказался именно там. Потому что это был центр, естественно, Афины, Коринф. И философии, и науки. И понятно, что любое в то время, как мы сегодня устремляемся в столицу того или иного государства, в то время тоже стремились греки вот в центр этого мира греческого того периода. И единственная фраза, которая «что бы я мог сделать для тебя?», ответ был «не загораживать солнце». И вот этот момент отражен в памятнике. А здесь, так я тоже специально параллель провести, тоже установлен памятник Диогену, но уже в Турции. На родине, в Синопе. Теперь, когда мы поняли примерно, что творилось в тот период, потому что все события описать невозможно, когда мы сказали о языке греков, о их религии, о примерно об обрядах, которые в то время были, да, чем они жили. Переходим к основному периоду, когда греки Черного моря почувствовали себя, что они уже не просто потомки переселенцев из какого-то региона, а что они именно вот понтийские черноморские греки. И произошло это в период создания государства, вот, государственного образования Понтийское царство. Сначала оно было основано только вот в части в этой центральной, на севере, ближе к Черному морю, такое более коричневое, в которой основой был, центром был город Синоп. Но позже власть над соседними территориями перешла опять к понтийским царям. В первой стадии они себя таковыми не называли, это были просто правители. А позже, когда стало больше территорий, больше власти, стали называться именно царями. Титул царя он не давался просто, нужно было его тоже и по истории заслужить, и быть признанными царями других регионов. И получается, основная хронология, значит, Понтийского царства — это что? Это его создание и войны с Римом. Есть один момент, который нам очень интересен сегодня тоже, я так думаю, что и в, получается, в Понте, и в Византии в древнем частью символов был и полумесяц. И вот от Византия города к Константинополю перешел этот тоже символ, и сегодня мы его видим как символ исламского мира, а на самом деле греки им пользовались полумесяцем на своих гербах еще с древности. Первым правителем, еще не царем Понта, становится Ариобарзан и его сын Митридат. Какой-то период они правят, получается, Понтом, скорее всего, потому что в этом регионе ослабла власть персов. Весь период персидской этой державы Понт сохранял свою такую довольно сильную автономию. И вот здесь из-за того, что, скорее всего, не могли объединиться между собой греки, потому что постоянно каждый город должен был быть первым, и каждая территория должна была сама перед собой, скажем, перед своим народом, даже цари должны были показать первенство перед другими царями. Объединиться в одно государство было сложно, но помогло то, что были царские династии местные, которые уже практически ассимилировались на территории Понта, сатрапы, которые руководили этой территорией. Вот одним из сатрапов был Ариобарзан, позже Митридат. Они, вот сын Митридат, сын Ариобарзана Митридат, он даже удержал Понт. Получилось, что Александру Македонскому даже не пришлось заходить в Понт, захватывать его. То есть он, видно, там дипломатия больше сыграла роль, что понтийцы на тот период не были бы каким-то таким пятой колонной, флангом таким ненадежным рядом с продвижением Александра Македонского на восток. И получается, Понт остался в стороне от завоеваний Македонского. И там сформировалось свое понтийское государство.
Так вот, первым царем уже стал Митридат I Ктист, строитель, Митридат-строитель, который с 302 года по 266 год смог расширить свои границы. И одновременно, вот 297 году он становится уже царем официально, одновременно с царем Вифинского соседнего государства, Запоетом. Некоторые цари почему указывают так, что они вот, ну, есть те, которые действительно в период своего правления добились больших результатов, и есть были те, которые сохранялось примерно одно и то же положение государства. Вот те, там, где сохранялась примерно одна и та же ситуация, особых событий не происходило, таких военных, передвижений каких-то. Но здесь, кроме войны, еще что было? Дипломатические отношения с соседними государствами и династические браки между царскими родами. Так вот, получается, эти цари, которые основа их, сатрапов этих, такая семейная была из Персии, уже были и в первой стадии своей вместе с греками. А тут, получается, еще и женились на греческих родах, например, из династии Селевкидов. Так вот, сын Ариобарзана женился на дочери царя Сирии Селевка. Митридат III сохранил завоевание. Его дочь вышла замуж за царя Сирии Антиоха. А государство Селевкидов было самым большим из оставшихся после державы Александра Македонского. Следующим царем Понта вот по 185 года по 156 был Фарнак. Ему, несмотря на поражение в войне от коалиции, созданной римлянами, потому что начинается уже столкновение с Римом. Рим продвигается на восток, захватывает сначала всю Италию, южную Италию и Сицилию, которые назывались Магна Греция, Великая Греция, продвигаются на Балканы. В союзе с греками опять захватывают одни греческие регионы, потом другие. Сначала южные греки помогают из-за того, что была очень сильная вражда с Македонией, значит, своей же греческой Македонией, помогают, значит, скинуть власть македонских царей, а потом римляне расправляются, естественно, и с южными регионами, с двумя ахейскими союзами, которые существовали на юге вот, современной Балканской Греции. И уже вот видно, что начинается, приближается столкновение. И здесь момент, сразу параллель, потому что не только Южный Понт. В этот момент Херсонес, который постоянно соперничал с Босфором, он начинает придерживаться более сильной власти понтийских царей. Самому Херсонесу выдержать натиск скифов, других племен было очень сложно. И вот, получается, к концу II века начинается еще и продвижение, кроме скифов, других племен. Опять же, эти племена между собой были родственны, это были в основном ираноязычные племена. И кочевники, такие как сарматы, роксоланы, скифы, постоянно вот в тот период были угрозой для греческого мира, несмотря на то, что очень часто были и заключались на долгие года мирные договора и могли продвигаться вместе, скажем, по истории и скифы, и греки. Но происходили все равно моменты в истории, когда начиналась вражда, потому что греческий мир, богатый греческий мир, он всегда привлекал народы, которые кочевали и не могли создать своих благ на одном и том же месте, как было у греков. Так вот, получается, что Фарнак I в 179 году уже заключает договор с Херсонесом, и практически Херсонес становится частью Понтийского царства. То есть, кроме того, что объединяются греческие земли в Малой Азии вокруг Понта, где-то сами, где-то под воздействием силы, становится частью Понтийского царства и Херсонес таврический. И момент тоже, как всегда, происходит в истории, или, к счастью, или к сожалению, но, возможно, может быть, на каком-то периоде союз с римлянами мог и помочь, но получается, что, вот, скажем, во время правления Митридата IV Эвергета, 156 года по 150, он в союзе с Римом пытается решить многие проблемы, скажем, возникающие в регионе, потому что кроме того, что ты, например, видишь внешнего врага перед собой, появляются еще местные правители, которые тебе не подчиняются. И зачастую опасность от того, что земли не объединены, хуже даже, чем, например, опасность от внешнего врага. Так вот, сын Фарнака Митридат V, несмотря на свой греческий патриотизм, был союзником тоже Рима. Получается, какой-то срок понтийцы и римляне действуют вместе. И даже посылают свои войска против Карфагена.
Ну, Карфаген ослабевает, захватывают его римляне, и руки развязываются у Рима, и полностью они всеми своими силами уже обращаются в сторону Востока, в сторону Понтийского государства, которое было для них самым сильным и самым таким соперником сильным в регионе для продвижения на Восток. Тем, кто понимает уже угрозу Рима на 100% и преграждает дорогу римлянам, становится Митридат VI Евпатор, который правил с 120 года по 63 года нашей эры. То есть мы здесь находимся на стыке уже древнего мира, который переходит в другую фазу. Мы же считаем нашу современную эпоху с момента, например, до Рождества Христова у нас и после Рождества Христова. Так вот, здесь уже до Рождества Христова остается 63 года. И Плутарх описывает, здесь, скажем, есть высказывание Плутарха, одного из основных историков древности, что все узнавали его по шрамам на теле. Помпей восхищался величием и размером его оружия. То есть это был человек, который сосредоточил в себе и возможности такие военачальника очень сильные. Он знал языки практически всех, даже маленьких народиков своей империи, и плюс был сам хорошим военным, был примером для своих солдат. Здесь возвращаюсь к карте. Получается, что расширение вот этой вот империи своего рода уже, Понтийского царства, на всю Малую Азию практически происходит. Здесь, правда, один момент есть, который всегда вспоминают и связывают с Митридатом VI, такой неприятный, но так он состоялся. Он приказал уничтожение всех римлян, которые находились на территории Малой Азии. И, получается, очистил ее от римского населения, потому что своих колонистов римляне присылали и селили по территории Малой Азии. Целью римлян было с древности ассимилировать греческий мир, воспользоваться знаниями греческого мира и подмыть его своей, уже своим языком латинским. Многие труды переводились на латинский язык, и древнегреческий мир просто был бы уже выражался больше через латинский язык, а не через греческий. Здесь уже Митридат Евпатор и Херсонес. Получается, что моменты, когда Херсонес то отходит, то опять находится вместе с Понтийским царством, он заканчивается тем, что все-таки начинается сотрудничество полное и вход полностью в Понтийское царство. И опять же, вот указывая здесь момент, что причиной всегда для объединения становится внешний враг. То есть здесь, получается, Крым находится в опасности, и набеги скифов очень частые, и это приводит к тому, что потомки дарийцев, очень воинственные, кстати, херсонесцы, сами становятся частью Понтийского царства. Уже окончательно и на тот срок, что сколько правил Митридат. Боспорское царство, оно тоже какое-то время держалось. Цари этого региона были от природы своей просто, от того, что они передавали из поколения в поколение вот это вот старание удержать свои земли в Северном Причерноморье. Стойкость этих людей была очень сильная. Они сохраняли даже в римский период свою, даже иногда полную независимость от Рима. И получается, чтобы признать власть другого царя и, получается, Понтийского царства, это нужно понять, насколько был силен Митридат. Что царь Пересад сам лично передал Митридату власть над Босфором. Босфор Кимерийский в данном случае, то есть над Пантикопеем и над Боспорским царством. Кстати, мы в учебниках школьных еще изучали вот восстание, потому что особенно в советский период было восстание древнего мира, мы проходили почти все. И здесь как раз очень известное было в тот период восстание Савмака. Кстати, при Митридате было и восстание Спартака в Италии, которое он поддержал. Но в данном случае это восстание ему мешало, поэтому он через своих военачальников, через Диофанта подавил это восстание, и полностью Северное Причерноморье, вплоть до Ольвии, все Северное Причерноморье, что мы видели на карте, с Кубанью и Закавказьем, вошло в состав Понтийского царства. Тамань – это была база для сухопутных войск в основном, где, получается, мобилизовались силы, все обучались и потом отправлялись на фронт. А в Диаскуриаде, вот современный город Сухуми, там, получается, базировался флот Митридата, военный флот. Здесь
можем видеть, чем, скажем, одно из оружий, чем, орудий, чем воевали древние греки. Это основное такое оружие для защиты и нападения. Махайра или махера. Махайра, потому что альфа-йота читалась в древности как ай. Это щит, но это щит Фарнака, последнего уже, получается, понтийского царя, сына Митридата, который его предал в последний период, но об этом мы сейчас скажем тоже. Что делает Митридат? Он проводит три войны с римлянами. Значит, первая Митридатова война длилась 89-85 год. Она была самой победоносной для греков. Греки продвинулись вплоть до Афин. Большая часть островов Эгейского моря была присоединена. Македония была освобождена от римлян. Но, получается, здесь должна была быть помощь, прийти помощь от остальных греческих основных городов. Вот армия того периода, как тоже примерно ее восстанавливают и описывают историки, она примерно выглядела вот так. И здесь уже еще какой момент. Митридат, в чем отличие его, он не воюет уже фалангой, которая была принята у древних греков. И фалангой уже воевали и спартанцы, в принципе, но македонцы ее довели до такого уже пика, скажем, в котором она могла на ровном месте, по крайней мере, побеждать практически любую армию. Но в горах или на какой-то местности, которая была неровная, фаланга была уязвима. А вот легионы римские действовали свободно. И получается, что Митридат меняет в армии правила уже, и у него воюют уже его войска как легионы по римской системе. И здесь, получается, римляне встречают полностью обученную по своему же образцу практически армию, но уже у греков. Значит, здесь получается, что Митридат, он один, это личность, он ведет за собой греков, он хочет объединить весь греческий мир, он хочет создать великую империю, которая бы освободилась от любого иноземного захватчика, и фактически он пытается создать Византийскую империю, скажем, если так взять в кавычках того времени. Но на пути его становится римская армия во главе с такими сильными полководцами того времени, как, например, скажем, в первой стадии Сулла. Вот Сулла, он с 30-тысячной армией высадился в Пирее и смог отбить Пирей и Афины у Митридата. После этого начинается отступление Митридата обратно в Македонию, потом в Малую Азию. Вот это у нас Луций, Корнелий, Сулла, Феликс. Феликс по-латински «счастливый». Первая Митридатова война, значит, она у нас заканчивается довольно быстро, несмотря на то, что была сначала победоносной. И в городе Дардана в Малой Азии Митридат подписывает условия договора, по которому он покидает Балканскую Грецию и уходит в Малую Азию. В этот момент, пока шла война, от него попытался отделиться Крым и вообще Северное Причерноморье. И возглавил это движение его сын Махар. Махар такая сильная личность была. У него сыновья были очень похожи на своего отца. Они были развитыми людьми, образованными людьми того времени. И плюс были хорошими полководцами. Но вот у него первый удар, это сын его, очень хороший полководец, но Северное Причерноморье поворачивается против отца. И здесь уже, получается, Митридат подчиняет себе опять Северное Причерноморье, а сын Махар погибает. Вторая Митридатова война, она не сыграла какой-то особенной роли. Здесь ничего особенного в этот период не прошло, не произошло, и Митридату VI удалось все-таки как-то сохранить хотя бы свои предыдущие завоевания, первые. Вот так вот примерно изображают всадника, понтийского генерала того времени, тоже те, кто пытается восстановить внешний вид воинов того времени. Это опять не 100%, но хотя бы примерно так, как могло быть. Третья Митридатова война стала последней войной для Митридата и для понтийского царства. Получается, что здесь уже следующий полководец римский Лукул продвигается вглубь Малой Азии, в Эфинию, начинает захват Армении, и приходится Митридату укрыться при дворе своего зятя, армянского царя Тиграна. Армения в то время была частью селевкидской державы, но на какой-то период она объявила о своем нейтралитете, даже где-то своей свободе. И получается, в этот период она участвовала
на стороне, какой-то период на стороне Митридата VI в войне, но позже интересы разошлись, и Армения, как и сын, в принципе, следующий сын уже, второй сын Фарнак Митридата, перешли на сторону Рима. Ну вот по дороге, как всегда это происходит во время войн, вывозятся разные ценности, Лукул продвигается, большая часть Малайзии – это территория Римской империи уже. Насколько может сопротивляется Митридат. И вот в 1966 году власть, командование, скажем, над войсками римскими переходит к Помпею. Это один из очень таких известных римских полководцев, который смог полностью сокрушить мощь Митридата VI. И вот получается, преданный еще и сыном Фарнаком, Митридат пересекает Черное море, укрывается в Пантикопее, собирает вокруг себя силы и варварских царей, и греческие силы. И мысль такая была у него по Северному Причерноморью перейти Балканы и вторгнуться в Италию напрямую. Но сил уже таких не было. Надеяться тоже рядом на каких-то близких людей было невозможно, потому что и сын его Фарнак был уже с римлянами. Те войска, которые перешли в его командование, уже были не на стороне Понтийской армии. И получается, Митридат, это Помпей у нас, Помпей Великий, его смерть происходит в Пантикопее. Вот я пишу митридатизм. Это до сегодняшнего дня известное явление такое, которое показывает, оно связано с тем, что человек в течение долгого времени принимает яд в маленьких дозах, и организм его выдерживает потом от какие-либо отравления. И получается, когда хотел Митридат отравиться, он не смог. И приказал своему телохранителю заколоть его. Вот так заканчивается жизнь Митридата в Пантикопее, где по сей день центральный холм в городе называется гора Митридат. И вот что о этом человеке, потому что тут параллели всегда нужны. У нас получается очень известным человеком в понтийском мире был митрополит Хрисанф, который был даже архиепископом афинским и всей Эллады с 1937 по 1940 год. И, кстати, здесь маленькая параллель тоже. Он отказался принять присягу оккупационного правительства фашистского греческого. И из-за этого вынужден был уйти с поста архиепископа Греции. А получается, вот он сказал, что о Митридате. Митридат и Евпатор погиб, борясь за независимость нашего Востока от римлян. То есть вот последняя надежда греческого мира, такая сильная, Митридат, все его не стало. Естественно, все эти регионы ближайшие, вплоть до современного Ирака и Египет, все переходит под власть римлян. И вот в Понт, в период римского владычества. Здесь мы уже как раз находимся, видим период вот этого стыковки двух миров, христианского и древнего, когда начинает уже потихоньку преобладать, хотя пускай под многочисленными гонениями, христианский мир. Но римляне, они, понятно, что остается еще часть греческого мира, которая должна быть захвачена. Они проводят, получается, еще во втором веке до нашей эры македонскую сирийскую войны, сокрушают царство селевкидов. И получается, что вот этот бассейн, почему, скажем, стремились и в древности в этот бассейн, очень плодородные и земли в регионе рек Тигра и Евфрата. И, кстати, тоже греческие названия. Евфрат — это тот, который легко перегораживается. Вот она в самом пике Римская империя. То есть что только не вошло, кроме греческого мира, здесь уже и Галлия, и часть Британии. Это очень мощное государство. И в этот период, естественно, греки становятся частью этого мира и называются тоже, как и римляне, ромеями, римлянами, потому что по законам римского государства римлянином мог быть человек, который говорил на двух языках, либо латинском, либо греческом, и верил в богов Олимпа. И здесь, опять же, продвижение вот Помпея на восток. В одном вот в середине у нас Помпей присоединил к римскому государству району к западу от реки Галис, Алис. То есть здесь, получается, река, эта река, она для древнего мира была разграничением своего рода. Если ты пересекал эту часть реки и мог захватить, то как бы, вот как у Греции, сегодня есть, например, для армии греческой Олимп. Если Олимп проходят, то греческая армия должна встать насмерть. Есть такое указание,
гласная прямо у греческой армии. То же самое было и на востоке тоже. То есть, получается, если доходили до этой реки Галис, это было еще одно, если переходили, все, это было полное поражение, если не могли удержать дальше территории. Сын Митридата Фарнак, ему было дано маленькое государство в правление в северной части Понта Эвксинского, но так как он себя чувствовал наследником все-таки и надеялся на то, что он может все-таки отвоевать Понт у римлян, он высадился в Малой Азии, сначала в городе Амисос, и большую часть городов присоединил опять к своему государству, но уже с центром, скажем, основа его нового государства, это был Крым и Тамань. Но здесь получилось, что из Египта подоспели войска римские во главе с Юлием Цезарем. И здесь получилось, что, в принципе, возможно, Фарнак мог бы победить Цезаря в этой битве. Но общая мощь Рима, она была намного больше. И когда понял эту мощь и понял вообще, кто перед ним находится, сам Фарнак, то даже если там происходили какие-то такие пограничные бои между двумя войсками, он собрал свою армию, и как такового большого сражения, получается, не произошло при Зеле, как пишется, само сражение, оно не разрослось то, что иначе бы понтийская армия это полностью потерпела бы поражение, если бы действительно было бы столкновение полное, и пришли бы другие силы римлян. И получается, что отсюда, победив, практически ничего не сделав, Цезарь отправляет сообщение в Рим: «Вени, види, вити». Пришел, увидел, победил. Это вот еще одна фраза, которая вошла в историю, которая связана с понтийцами. Несмотря на то, что в этой битве поражение было на стороне понтийцев, но она историческая фраза и доказывает очень многое, например, о жизни в тот период. То есть исторически одной даже фразой подтверждается существование и какой-то, например, скажем, понтийского царства, момент поражения для любого человека во всем мире. То есть сегодня эту фразу практически в цивилизованном мире знают все. Вот сам Гай Юлий Цезарь. Фарнак вернулся обратно, но получается, как это обычно в этот момент происходило, поражение в Малой Азии, об этом узнают в Крыму. Естественно, на место его сразу пытаются прийти к власти Асандр, он удерживает эту власть. Фарнаку не удается отвоевать свое царство. И, в принципе, вот его со своей смертью, получается, завершается династия Митридатов. Хотя внуки Митридата еще выходят замуж там или женятся, так как это династия с новыми царями уже, и, получается, как бы узаканивают власть этих новых царей над регионом. И здесь вот Северное Причерноморье, многие, кто из Крыма, особенно даже под названием, которое сейчас есть, понимают, что происходило в тот период. Опять же, что уже теперь происходит? Несмотря на то, что большие распри в греческом мире, война с римским миром, кочевые племена все равно остаются в Северном Причерноморье и раз за разом нападают на греческие регионы. И защита здесь уже приходит со стороны римлян, то есть и власть, и защита. Получается, что римляне устанавливают здесь свои легионы, первый италийский, пятый македонский, 11-й Клавдиев, и охраняют границы уже по Северному Причерноморью. И вот одним из главных пунктов, баз их, было как раз мыс вот Айтодор, где была создана крепость Харакс. Вот греческий мир, значит, получается, Черного моря, он практически весь тоже попадает под власть Рима. Римляне контролируют и Боспорское царство тоже, и здесь получаются вот эти постоянные войны, которые римляне, они не настолько даже контролировали регион, сколько пытались через местных царей и даже греков тоже удерживать власть над этим регионом и пользоваться его богатствами. А полностью проконтролировать такой регион, который граничил со степью, где греки могли даже в союз входить в какие-то периоды с скифскими племенами, было очень сложно. И здесь вот момент, когда начинают сарматские племена еще, правда, уже мир скифов, он начинает сам тоже исчезать потихоньку. Сила скифская начинает теряться. И получается, что в последних своих таких стараниях удержать регион, они даже, вот, скажем, разрушают крепости в Тамане, пытаются починить себе часть региона. Многие города в этот период греческие приходят в упадок. И эти города восстановятся только в византийский период. Получается, Северное Причерноморье даже в некоторый период, чтобы удержать
как-то свою власть над регионом. Рабы отпускаются на волю, чтобы они могли участвовать в ополчении, чтобы не было вражды даже такой классовой внутри, чтобы удержать регионы. Начинается кризис рабовладельческой системы. И тут появляется что еще? Новая опасность как со стороны Запада, так и со стороны Востока. С Запада приходят сюда готские племена. И вот как раз тот период, когда в Крыму появляются, и не только в Крыму сначала, но позже последняя часть, скажем так, которая укрылась от гуннов, позже часть немецких племен готов, заявляет о себе и претендует на эти территории тоже. Кроме того, что немецкие племена германские, они сокрушают Рим и воюют, скажем, с его западной частью, Западной Римской империи. Кроме этого, совершается движение и в сторону Северного Причерноморья. Кстати, потомками скифов, аланов, сарматов сегодня являются современные осетины и народы, которые, ну, может быть, сегодня они говорят по-тюркски, но происхождение их аланское тоже на территории Кавказа. И вот происходит период, когда на территории Северного Причерноморья греческие города, получается, на большой срок теряют свою силу полностью. То есть племена одни за другими меняют друг друга. То есть новые уже. Тут уже не видишь просто скифов, к которым ты привык. Скифами жили столетиями. А тут появляются герулы, бораны. И те же готы, которые пытаются объединить вокруг себя эти варварские племена. То есть здесь греки больше уже становятся свидетелями тех событий, которые уже невозможно предотвратить. И вот получается самая большая опасность уже, что, например, сокрушило Северное Причерноморье, греческий мир Северного Причерноморья, это известные нам из истории гунны с Атилой. И получается, что гунны, они зашли в часть Европы, они полностью были в Северном Причерноморье, в Тамане, в Крыму. Здесь многие города были разрушены, многие просто попали территории в зависимость полную и платили дань, чтобы только сохранить, скажем, свое существование. И хотя Рим, ну уже Восточная Римская империя, начинающая свое существование, Византийская, скажем, империя, сокрушает Атилу, но Северное Причерноморье приходит все равно в упадок. И здесь я так маленькую параллель провожу. В этот период греки, кроме того, что они уже также продолжали верить в древнегреческих богов, 12 богов Олимпа, появляются верования, те, которые их связывают и с зороастризмом. Это я один из центральных символов зороастризма в Персеполе показываю. Да? А так получилось, что уже связь с персидским наследием в период Митридатов прослеживалась. Хотя династия Митридатов максимально старалась греческие традиции сохранить. Но все равно не только в понтийский, во весь греческий мир и в римский мир входит очень сильно культ Митры. Митра – это божество, тоже связанное с зороастризмом, которое тоже греческий мир и римский мир, он культивировал в себе вот эту борьбу добра со злом. И получается, в Митре, в этом божестве, было как раз то, что оно приносит себя в жертву ради победы добра, ради победы света над тьмой. И вот здесь уже начинается прообраз того, что греки начинают приходить сами по себе к тому, что они станут христианами. Появляется новое понимание веры и религии. И здесь я ставлю так, это чисто вот, чтобы завершить, да, хочу показать, что древний мир, вот он как раз заканчивался там, где начинался Средневековый, там, где начиналась Византия. То есть у нас, например, в IV веке строится уже монастырь Панаия Сумела в Понте, а это еще фактически древний мир. То есть получается с первого века, с начала христианской эпохи, получается, христианство распространяется по многим регионам, и на территории Понта оно было распространено особенно сильно. Причина этого распространения в основном в том, что древний мир устал от рабовладельческого строя. Устали от того, что римляне до максимума, до абсолютизма полного довели этот строй, который веками, в принципе, был в греческом мире тоже. Но греки, они себе не позволяли доводить до того рабовладения, чтобы человек не был уже человеком, он был просто животным, скажем, для них. Вот, скажем,
гладиаторы те же самые. То есть сидели целые на арене, там, в этих амфитеатрах сидели люди, которые в обыкновенной жизни были просто обыкновенными там, семьянинами, да, или там служили просто на какой-то службе, но они любовались тем, что люди убивают людей. Но для них они не понимали, что перед ними человек. Они понимали, что перед ними гладиатор, игрушка для них. И получается вот это вот состояние того, что ты видишь императоров Римской империи, которые провозглашают себя богами. Древний мир стал терять свою веру в тех богов, которые до этого были для него всем. Потому что вера, религия древняя, она не была просто тоже верой в Бога и все. Это обряды, это культура, это повседневная жизнь. И вот получается, что повседневная жизнь, в принципе, до сегодняшнего дня в православии как раз сохранилась греческой. Но вот это вот объединение в христианские общины помогло, во-первых, сохранить Восточно-Римскую империю, Византию. И варвары смогли разбить только западную часть, где были гонения на рабов и на христиан. А вот где, получается, заслуга это, конечно, императора Константина и его матери Елены Римского, который перенес свою столицу сначала в Милан, потом на Балканы, потом в сам город Византий. И город не при нем, он назывался Новый Рим. Стал называться позже Константинополем. Но начинается вот с Константина именно новая эпоха, которая защищает греческий мир от полного тоже порабощения варварскими племенами. Отпускаются на волю рабы. Рабы становятся просто обыкновенными крестьянами, земледельцами, которые объединяются в ополчение, воюют с варварами, защищают свою родную землю. А в западном римском мире рабы переходили зачастую на сторону врага, на сторону тех же, например, германских племен, какие бы ни были. И получается, что после того, как христианская религия была сначала объявлена как свободная и как одна из религий Римской империи, позже становится ее основной религией, и мы переходим в совершенно другой мир, в мир, как мы его называем, средневековье, но для Греции это не средневековье, это новое развитие, в новой форме уже своей. И вот получается, падение Рима, скажем, оно даже где-то переместило силу всего этого древнего мира в восточную часть и создало новые условия для развития эллинизма. 395 год, падение Рима, это как раз вот эта пограничная дата между древним миром и средневековым. И здесь просто я хочу указать тех, обычно мы тоже, вот, откуда мы черпаем все знания. Понятно, что есть археологические исследования и ученые современные тоже, скажем, на протяжении уже 200 лет примерно, скажем, назовем их современными учеными, те, которые действительно последовательно изучают Причерноморье, насколько могут, особенно Северное. И с продвижением России, кстати, в Северное Причерноморье изучение этого региона стало более таким последовательным. Очень много ученых посвятили работы этому, но у нас есть работы и древних авторов, которые позволяют нам сегодня понять из первых рук, что происходило в тот период. Вот кто это были, получается? История Геродота. Геродот, отец истории, он был на Черном море лично. Он был в Египте. Он описывал многие территории. У него были ученики, которые описывали территории другие, скажем, древнего мира. Аристотель, который написал историю о животных и о чудесных слухах. Периплы. Периплы, это я сказал, плавание, да, вокруг. То есть, когда по морю передвигались на кораблях вдоль какого-то берега, скажем, или побережья в общем, и описывали эти территории, это был перипл. География Страбона, естественно, история Плиния Старшего. И получается, что вот основной такой работой вот, перипл Понта Эвксинского, Флавия Ариана, плавание Трапезунда до Диоскурия, Риады, Себастополю. Себастополь — это уже более позднее название в честь императора Октавиана Себастуса, римского императора. Город был назван в его честь Севастополь или Себастополь — это одно и то же, потому что в древнегреческом языке буква Вита, В, читалась Б. И вот древние авторы о Понте, например, скажем, отец истории Геродот в V веке описывал Понт уже конкретно как вот отдельный регион с греческим населением, греческий регион именно. Дион Хрисостом, это уже на рубеже I-II века, в своей Барфинийской речи описал Ольвию. И об Боспорском царстве, кстати, часто, потому что оттуда шла торговля зерном, и афиняне очень сильно интересовались этим регионом. В речах Исократа, Эсхина и Демосфена, например, звучали очень часто
данные о Боспорском царстве и об отношениях с ним. И здесь я вот завершаю нашим тоже вот для всего человечества, скажем, известным географом Страбон. Он был из Амасии, отец географии, родился в 64 году до нашей эры и умер в 23 или 24 году, точно не знают нашей эры. То есть он сразу, именно как раз в тот период, появляется, значит, в регионе, когда уходит из региона кто? Митридат. Но у нас появляются новые личности. Эллинизм живет, и географ этот, он описывает свой регион уже, исходя из всех предыдущих знаний, и доносит до нас новые какие-то вещи, которые сегодня невозможно оспорить во многих моментах, потому что это географ, признанный всем миром и названный еще отцом географии. Спасибо. Спасибо, Василий. Есть ли у кого-то вопросы какие-то? А вот вы говорили, что ведутся раскопки России как раз по территории. Я понимаю, не Тавриды, а... Нет, и Тавриды, и Тамани. Россия ведет там, да, раскопки. А получается, просто у нас раскопки не ведутся на территории современной Турции сильно. То есть больше, скажем, Иония, там, например, скажем, Милет где-то еще как-то, а вот на Черном море практически нет. Скажите, а город Танаис, который сейчас там возле Ростова, да, находится, насколько правда о его существовании? Он же со временем был смыт, тогда возводили здания камень, глина. Сейчас там восстановлено, я был в этих местах, сейчас там восстановлено настолько, ну, скажем так, для человечества, да? Для посещения, да, больше? Да. Насколько вот вы можете сказать о его существовании? Есть? Не, находки в море рядом и в устье Дона, они есть. Нет, там есть, ты имеешь в виду Таганрог, скорее всего, да, который раньше назывался... А дальше Таганрог, Таганрога, Крым. Не Крым, там город, который позже стал называться Тайганио по-гречески. Сейчас просто не вспоминаю название, но не Крым. И там получается, он более древний, да, он, скажем, если в III веке был построен Танаис, то это где-то 4-го, даже 5-го века этот город. Ну, сегодняшний Таганрог, скажем, где стоит, рядом. Находки даже Сухуми, скажем, да, вот, находят Дьявольскую Риаду в море в основном, потому что за последние 2000 лет на 4 метра поднялся уровень Черного моря. Еще такой вопрос, скажите, а вот я как-то читал книгу, не помню, сейчас автор не скажу, битва была как раз с гуннами в древних Риме, и армия гуннов наступала сверху на лошадях. То есть они как всадники были проигравшие после них. Неужели римляне, понтийцы, греки не владели вот верховой ездой на лошадях? На колесницах только? Нет, владели, просто получается, в какой-то период обучения шло лучше, какой-то хуже, да? Потому что люди же в мире, где живут оседлые народы, они зачастую живут в домах, не настолько натренированы, а кочевники, они постоянно в седле. По поводу Танаиса нужно дополнить. Танаис находится в 10 километрах примерно от моря, потому что в этом море, Азовское море, отступило, наоборот, отступило на 10 километров от суши. То есть есть даже данные с тем, что оно омывалось когда-то море, сейчас оно находится на суше, глубоко на суше. Находки есть, так, потому что отступило, как раз есть часть вот этого музея, про который мы говорим. Да. Вот эта часть есть. А есть находки и дальше. Василий, а можно пару слов о происхождении понтийских фамилий? Мы знаем, что есть идисы, есть пуласы. Да, когда это произошло, когда появились эти фамилии? Ну, мы тут в прошлой лекции, да, на эту тему говорили. Я этот момент упустил. Древнее Чинкилидис.
Не, получается что? Древние греки, поэтому мы говорим же династия Митридатидов, да? Когда Митридат, например, Митридатидис там идет. Так же было и в древности. Например, скажем, Одиссей, он был Лаэртидис, я в прошлый раз говорил тоже. Если у тебя отец, вот по отцу шло сначала, а потом получилось классический период, 5 век там, начали оставаться уже фамилии. Вот они фамилии шли в основном Идис-Адис. Это Опулос в основном византийская традиция. Это то же самое. Что Иди, что Опуло, перевод один. Это род такого-то там, человека или, например, скажем, часто сейчас могут по профессии тоже, да, фамилию, например, корень может быть связан с профессией какой-то. Но получается, что сын такого-то, кузнеца, допустим, там. Идис — это идос, идос, вид. А это в зависимости от региона, потому что, вот смотрите, сейчас, например, в турецкий период понятно, что в бумагах не, на бумагах не писалось, например, в документах «Идис» или «Адис». Турки даже если давали документы, потому что в основном люди без документов были, они писали «Оглу». А среди между собой были в основном клички. Но то, что нам показывает, что фамилии все-таки были «Идис», «Адис» раньше, говорится как раз из регионов, где говорят вот, «Лазарант», «Исханант», там еще это получается… Те, кто вот Лазаридис, у них род Лазарант. Раз Лазарант сохранилось, значит, было и Лазаридис. Ну, кроме письменных источников. То, что доходит до сегодняшнего дня. Получается, что Идис-Адис, оно пришло уже, вот когда документы греческие или русские стали брать, в первой стадии те, кто попадали в Россию, им давали сразу вместе с подданством русскую фамилию, ну, окончание. А во второй стадии, когда греки уже приезжали и сначала брали греческое гражданство, они были подданство. Они были иди-ади, но это не значит, что это было до этого. Вот он приезжает, его спрашивают, кто ты? А он, например, скажем, демерджи, кузнец, на турецком даже, потому что многие слова были в диалекте понтийском и тюркскими. Ему говорят, ну тогда ты демерджиди. И записывают его демерджиди, куемджиди, если брать с тюркскими корнями. По названию профессии, по какой-то кличке, по разные могут быть происхождения. И то же самое опулус, но это уже... Тоже получается, в Греции, скажем, современно, они стали заморачиваться на Идис и Опулос в основном. Вот раз ты демерджи, ты демерзис. И все, они не стали демерзиди сделать. Это выбор просто в тот момент, когда ты, скажем, решаешь, какая будет фамилия теперь. Ну, можно, например, написать Петренко, а можно Петров. Вот как ты? Можно вопрос? То есть, исходя из этого, у меня фамилия Милидис. На греческом Милидия в российском паспорте. От Милос, ну, то есть, мои предки торговали яблоками. Нет, если Милидис, тогда да. Милидис, ну, наверное. Может, деревья выращивали яблони. Миля. Скажите, вот все-таки территория была изначально огромная. Да. Я бы хотела уточнить только. Завоеванная греками? Либо это были пустые пространства, которые освоили греки? Если брать побережье, то в основном просто освоенные, потому что ни один практически народ, кроме финикийцев, ну, которых тоже мы почему-то постоянно о них говорим, но ничего их такого особенного не находим. Греки приходили на берегу, люди в основном рыболовством морским не занимались, кораблей ни у кого не было, греки были сами на море. А вот если вглубь территории, то там продвигались уже часто и с войной. Потому что если нужно было какой-то регион захватить, в котором были какие-то богатства особенные, ну, понятно, что греки были и вооружены хорошо, и натренированы, и они понимали в то время, что, скажем, по-другому мир тоже. Они знали, что вот в то время он был более суровым мир. Варвары, которые, например, мы сегодня в какое-то государство попадаем и знаем, что у них есть право какое-то. Ну, пусть они им не пользуются до конца, да, но оно есть. А какое право в этих племенах было? То есть там чистая война постоянная, нужно было к этому быть готовым. И понятно, что где-то была и жесткость. То есть воевать они все-таки хорошо могли, правильно? Да, да. Почему тогда римляне все-таки все это лучше? Под свое крыло взяли? Ну, получается, это у римлян почему взяли под свое крыло? А что смешного, я не понимаю. Вам всем понятно? Мне, например, непонятно. Смотрите, римляне почему победили? У них было то, что не было у греков. Посмотрите, то, чего не было у греков. Греки, в принципе, они себя любят, понятно, да, вот объявляют, что они самые-самые. Но они это говорят, но не применяют это практически в жизни, над другими народами даже. У римлян это было применено. То есть римлянин, если он куда-то попадал, он знал, что он самый лучший, что он хозяин всех людей, которые вокруг него. Если даже он где-то в Сирии втыкал копье в землю и говорил, вот это граница моего римского государства,
какой-то генерал, допустим, то люди, которые стояли, они могли его убить, но они знали, что придет Рим через несколько дней и убьет каждого второго. Менталитетом, да. Они, во-первых, они организованы были так, что не зависело ничего от одной личности. Иногда у них были такие периоды, и Рим пал как раз из-за того, что вот личности начали руководить под конец. Но по ходу, они вот Митридат, например, сила какая, да, в его личности, его нет, и все пропало. А там, получается, у них вот сенат, новые консулы. Пожалуйста, против Митридата три полководца воевали, еще каких полководцев, поочередно. Один уходил, другой приходил, так же обучен. И получается, что они еще в чем было их, скажем, преимущество? У них нельзя было прикословить, нельзя было против что-то говорить родителям. То есть, получается, дети росли так, как хотели родители, женились так, как хотели родители. В храмы ходили обязательно. У них нельзя было ничего пропустить. Там не обсуждалось. То есть римляне, в принципе, мы их смотрим на них, как они там в древних одеждах, там какие-то просто древние люди. Они очень суровые люди. Они, в принципе, похожи были на спартанцев в чем-то. Вот этим они победили. Люди, которые... Ну, люди. Просто так, ты думаешь, что... Приходил, например, скажем, в архив и говорил, я теперь хочу записаться верующим в такого-то, да? Ну, тебя, естественно, бы никуда не приняли. Ты должен был быть в какой-то общине, конкретной, греческой или римской, да? Эти общины были сильные, в них войти было невозможно, поэтому строго все держалось в древности. И получается, что румеями, скажем, римлянами начали себя называть и называли дальше, потому что это очень легко позволили. Римский мир, он прямо держался на греческом. И им удобно было, просто они потихоньку хотели подмыть греческие основы все эти. Но они просто не смогли, закончилась эпоха Рима. А греческая эпоха продолжилась, потому что как раз вот многие спорят, да, нет, но если брать чисто исторически, в этот кризисный период христианство им помогло. Потому что они от всего отказались. 10 заповедей, не 140, около 140 заповедей было у древних греков, чтобы быть развитым человеком того времени, вот именно морально там развитым. А получается 10 и запомнить легче. Народ весь, да, вот в поле в основном. Работаешь, воюешь, да, все просто, в принципе, в то время, в средневековом мире. Мы же не можем сравнивать все с классической Грецией, когда пик вот этого греческого развития, когда выгоняют, там, изгоняют персов. Были периоды, когда был упадок. И получается, что мы называли себя-то румеями и в римский период, но наше название предыдущее, лично наше, собственное, эллинос, да, вот как, например, скажем, есть русский, есть россиянин. Вот у нас эллинос, румеос. Румеос – это как бы как россиянин. Более общее. Ну да, румнёс это нас выражает. Просто сначала это было общее название и для тех, кто были в империи, а потом это стало чисто уже греческим. Собственно. Да, да. Да, да, суста. Так. Ну да, не, ну румнёс... Не, Ромнёс и вообще, скажем, ну, на понтийском это было Ромеус звучало, да, по-другому немножко, но это именно как раз объединяет в себе вот этого грека, христианина. Ну, то, что сегодня, в принципе, если не взять атеистические какие-то движения, то грек остается такими сегодня. В принципе, он мог Ромнёс называться и сегодня. Мы могли бы ионийцами называться, ионес. То есть название эллинос, оно как бы из древнего мира пришло к нам тоже, и оно было более общим долгое время. Но оно могло быть и другим. В греческом парламенте в каких 20-х, 30-х годах обсуждался этот вопрос о нации. Да, да, обсуждался. Не, ну, уже в 19 веке греки ввели эллинос, и даже в 19 веке уже это решили, в принципе, для государства. Но обсуждения, то, что вот многие, да, там были. Так как вопросы задавал Василий, председатель... Вы руку не поднимали, кстати... Не, Гераклея Понтийская – это был город на южном побережье Черного моря, который создал Херсонес. А Гераклею создала Мегара город. То есть они не называли себя понтийцами? С самой древности. Они себя понтийцами сначала называли, потому что они находились на Понтусе. Географически. То есть они оттуда приезжали, например, скажем, ну, еще одно скажу тоже. Слово «пондики», да? Мышь. Это же тоже от Понтус слово, от моря. То есть с кораблей приходили они.
Поэтому, скорее всего, в понтийском языке, в понтийском диалекте, вернее, мы говорим пендикон, а не пондики. Но имеется в виду, что это тоже от моря. Но понтиец, пондиос, да, в древнем мире звучало настолько гордо и сильно, это было равно Риму, это была мощь. Поэтому осталось больше всего патриотизм местный остается с веками в понтийцах, потому что была создана вот эта вот сильная империя древности. Она до сих пор еще... Да. Нет, нет, самоназвание... Нет, смотрите, в Греции сейчас люди, когда живут, они же не говорят каждый день «я Эпиротис», «я Критикос». Там сильное не надо. Эллинос, Эллинос. Так и здесь. Эллинос они были. Эллинос. Но просто если он уже другому греку говорил или кому-то, он говорил «я понтиец». Он не говорил «я потомок ионийцев, которые пришли сюда». Гражданин Римской империи сначала, гражданин подданный. Любой грек может сказать, что он ромнёс. Ромеос сегодня тоже. Так чисто, и все будет понятно. Здесь такого различия не идет, потому что мы не поменяли ни религию. Ну, кто-то верит, кто-то не верит. Часто бывает, атеисты больше верят, чем не атеисты. Поэтому... Ромеосиния — это тот же эллинизм, скажем, только уже христианский. Случай да. В Германии случайная встреча, значит, курд Сирии и ливанец. Ну, мы начали общаться, значит, ну, я объясняю мои корни, что я, значит, понтийский грек. Они вот так переглядываются на друг друга, ровно. Все, то есть они поняли. Румяне. Это подожди, где это? Это, ну, в Германии случайная встреча, сириец и ливанец. То есть они сейчас называют ром. Они переглянулись. Ром. На территории Турции сегодня также говорят. Кондус, урум. Они ром. Не, ну они понимают, в этом мире слово урум сохраняется. Оно даже, например, скажем, если говорят юнан, это имеют больше всего в общем греков. А урум имеет в виду как раз тех, которые вот там жили на месте. Василий, вопрос задавал правнук того самого Фастерополя, про музей которого ты рассказывал. Василий, потом находится по соседству. Где деньги? Позвольте с вами не согласиться. Греки юга России, тавриды, при Азове никогда себя понтийцами не называют. И сейчас. Язык имеет ромеяка. Вот. Более того, так сказать, они не могут относиться даже, они могут сказать, и Машерону, да, потому что они не относились к Великой Византийской, Восточной Римской империи. Как не относились? Я с вами согласен, знаете, в чем? Вот начальное, вот то, что вы сказали, потому что все, в принципе, греки Черного моря, они себя понтийцами очень долго не называли. Понтийцами себя называют только греки, скажем так, окрест Трапезунд. Никто, не, и там тоже не называли, смотрите. Смотрите, вот я вам скажу, там тоже не называли. Знаете, что получилось? В турецкий период все земли греческие были переименованы. Например, Крит назывался Кандия по-арабски. Центральная Греция не называлась Эллада, называлась Румели. И получилось, когда мы освободились, мы же сейчас хотим называть Фессалию Фессалией, Пелопоннес Пелопоннесом, Пелопоннес Морьяс назывался. То есть все регионы, получается, стали по-гречески называться опять, а почему понтийцы не могут опять называться понтийцами? Вернулись. Но смотрите, что происходит. Те греки, которые жили в Крыму, мы же показывали, да, Крым, южная часть, они в основном ионийцы. Ну, немножко часть, вот Херсонес, скажем, это дарийские греки, но опять же греки. И получается, вот этот регион, он с годами, он привык к тому, что он, когда ты приходишь, то тебе говорят, то, пондиос. Это у кого не на слуху греческий язык, ему слово кажется странным. А вот по-гречески, когда грек, скажем, какой-то появляется в другом регионе, он должен объяснить, кто он. Критикос, Киприос. И получается, что происходит с мариупольскими греками, да? Они себя тоже ромеос называют. И язык у них ромейка. У них другой язык. Отличается от понтийского. Да, ну смотрите. Наследник, единственный язык, наследник еще античной традиции, самый фактически прямой, единственный. Вот. И никто себя понтийцем не называет.
Нет, смотрите, я опять говорю, никто не называл себя понтийцем 300 или 400 или 500 лет. А турками они не были. Угу. Слава Богу. А, ну понятно, ладно. Если не были, тогда это другое. Понтий Пилат имеет какое-то отношение? Что? Понтий Пилат. Понтий Пилат, он, получается, подавил восстание на территории Понта, и поэтому его назвали Понтиус тоже, Понт, от того, что он там восстание подавил. Он римский, скажем, консул, который, военачальник, который был на этой территории, прозвали понтийцем его. Фракия — это территория. Там жили и греки, и негреки. То есть в глуби территории там были и негреческие племена. Но есть фракийцы-греки. То есть там, например, скажем, вот та же самая Македония, да, состояла из двух частей. Вот, например, говорят, Македония греческая, да, допустим, она, может быть, не такая, кто-то хочет за Северную Македонию, так называемую сегодня, за Скопье больше сказать, она, может, правильнее, да, там, для кого-то. А что происходило просто? Македония сама по себе состояла из дарийцев. Дарийцы были на более низком уровне развития. Часть из них попала на юг, смело все, а потом появился у них Леонид, который уже научился у афинян, у остальных, но чему-то новому, вот этой греческой культуре. И он уже, когда стоял в Фермопильском проходе, он понимал, что это все родные его люди, это его страна, надо защищать. А те, которые были на севере, они еще отставали пока, например, скажем. И в какой-то момент они тоже поднимаются, они же на греческом разговаривают. Они понимают, кто они захватывают территории, они более организованы в военном смысле, чем остальные там афиняне, которые больше риторикой занимаются. И они объединяют весь вот этот мир. Но рядом, в той же Македонии, родился Аристотель, который не местный македонец, грек, и македонцы греки, но он пришлый за 200-300 лет до этого, греки с юга, с Афин, переселили, заселили халкидики. Но они же тоже не дураки были. Мы сегодня халкидики покупаем дома, они тоже взяли и захватили всю халкидики. У своих же греков, которые были чуть ниже по уровню. Вот, например, скажем, может, греки, скажем, более развиты экономически в Греции были в какой-то момент. Ладно, сейчас уже, может, меньше. И вдруг они попадают в Геленджик или там в Витязево. И они все это подбирают под свои руки и говорят, вот греки появились. А витязевцы выйдут, скажут, подожди, а мы? Ну, вот то же самое и здесь. То есть македонцы, греки были, но более на таком низком уровне развития. А пришли греки с другого региона, более развитого. Это все равно, что, например, скажем, даже в одном государстве может быть такое переселение. Москвичи и, например, люди живут на периферии. Приезжает человек и говорит, я куплю 2 завода, да, допустим. А бедные люди сидят, говорят, блин, а я там не могу застеклить окно. Ну, сравнение такое. В Македонии получалась такая ситуация. Греки жили отсюда, с южной этой части, и местные греки. Во Фракии то же самое было. От слова «панты». Ну, слушай, вообще, панты, а почему бы и нет? Может быть, и оттуда? А кто мог больше понтоваться на Черном море, чем не... Почему сразу субботы? А, да, спросите. Скажите, пожалуйста, а в какой период времени и самое главное, почему Эллада стала именоваться Грецией за пределами этой страны? А, ну это латинская традиция тоже. Латиняне, римляне начали называть ее Грецией. Какая причина? Там миллион моментов. Например, некоторые говорят, что это часть племена, которые переселились в сторону Италии и называли себя греками из Балканской Греции. И получилось, что как бы грекос, грекус на латинский лад и Греция. И получается, что сами римляне называли Южную Италию и Сицилию Магна Грекия, Греция, ну, на свой лад. Ну, это сейчас на итальянский греча. Да, и получается, что вот эта вот латинская традиция, она перешла в другие языки. И в русский, и там. А есть какой-то перевод слова «Греция»? Не, специально это никто не переводит. Скажем, понять сложно сейчас, потому что, ну, от какого слова? Может, от понтийского «эгрико»? Понимаю, наверное, понимающие люди. Это я перевел. И грек получился. А так, нет. Да, ну это один из моментов грации. Не можем же одним словом объяснить все греческое. А еще? А
можно вопрос такой? А ваше личное мнение по поводу того, что сейчас происходит с Македонией, которая должна переименоваться? Вот, ваше мнение к этому, потому что сейчас происходит? Смотрите, я очень подробно посмотрел заседание Министерства иностранных дел и выступление по этому поводу. И министр, что говорил наш Кодзияс тоже, и специалисты говорили на эту тему, да, кроме того, что я сам думаю. И получилось что? У нас очень сложная ситуация с того момента, как вот в Византийской империи, например, да, появились вот эти вот на Балканах новые племена, например, да, появились сербы, хорваты, болгары, там каждый свое время. Получилось, каждый хотел свою территорию какую-то занять тоже. И вражда между народами внутри есть. С греками какие-то тоже, получается, ситуации такие сложные. И как бы греки, которые даже не всегда, когда ты говоришь «да, я поддержу название вот этой Северная Македония», не всегда человек враг. Почему? Потому что он говорит: подожди, а если мы это не сделаем, ну такие мысли у них, это я говорю то, что обсуждается, а они тогда объединятся с болгарами, а потому что у них болгарский язык. И завтра получится Болгария еще больше. А может лучше нам сделать вот этот клин, признать, скажем, что они македонцы. В принципе, если бы Греция была сильная, она бы начала выискивать корни среди самих же славяноязычного населения. И там греков очень много, кстати, которые стали славяноязычными и живут в этой Македонии. Там есть и албанцы, и есть другие народы. Но у нас опасность какая теперь? Когда мы это признаем, Греция же не имеет сегодня такой силы, и начнется претензии. И если раньше это государство не знали, то сегодня могут, например, его воспринять как правопреемника македонской истории. И скажут: а, это те македонцы, те вот великие люди, древние, да, а они не в том дело даже, что это связано со славянами. Это не славяне, это славяноязычные люди. Получается, что, вот как, например, у нас на турецком языке в Турции сегодня разговаривают курды, греки, армяне и кто угодно. Да, у них каждое, у каждого понимание свое. И вот то же самое происходит с этими народами, которые на Балканах. Немцы, когда записывали оккупационные власти народы, они вот этих людей, которые сегодня называют себя север, ну, македонцами они хотят себя называть, это мы пытаемся хотя бы их северными сделать, они там и не обращают внимания. Их записывали люди без определенного самосознания. Они не могли сказать, кто они по нации. Просто по-славянски разговаривали. А болгары, да, ну болгары вообще они много. Почему во времена Югославии тогда их называли там Македонией? Кто-то? А, в Югославии? Ну, есть такая точная, скажем, ну, как записи такие, скажем, которые сегодня приводятся, да, насколько это архивные данные, точные, не точные, не знаем, но когда, получается, Сталин и Тито создавали вот это вот, помогал он создавать Югославию, и был момент такой, что создать вот эту вот Македонию. И Тито его спрашивает: они же не македонцы? Есть такие приводы. А он говорит: ну, у нас и белорусов не было, а теперь, говорит, патриоты. Так сказали. Все? Ну, я как филолог, если позволите, небольшую ремарку по поводу... Это действительно очень интересный вопрос, почему Греция называется Грецией. Если позволите, я... Как образовался этот греческий, как латинское это название Греции, происходит это название Грайкия, пишется латинскими буквами, от мифологического героя. Есть в Греции такая область Фтия, которая сейчас называется в античности Фтия. И вот у нее, у этой области, был царь Селасос, если я не ошибаюсь. Селасос. Так вот, у этого царя был сын, его звали Грекос. Грекос пишется через альфа-йота, Грайкос по-древнегречески. И вот от этого имени считается, что и было образовано латинское название Эллады, Грайки, Греция. Простите за занудство, но решила поделиться. Нет, почему? Тут еще одна интересная. Да. Мы благодарим Василия все вместе еще раз. Еще раз благодарим Василия и благодарим всех присутствующих, что сегодня к нам пришли. Спасибо большое.